Идиот, черт! Никто больше не соблюдает правил! Я говорил, что самолет улетел, но они мне не поверили. Думают, что большие самолеты еще вернут. Что тут еще скажешь? Только гляньте, засуха! Из-за пожаров сплошные потери. Моего брата была отличная бунгало и хлеб со скотом. Он был почти богачом, а в пожаре потерял все. Теперь он уехал из страны. Но он еще вернется. Снова Радио Свободы несет правду всем, кто ее ищет. А правда в том, что вы нужны своей стране. Берегитесь заразы СНС. Да, зараза мучает нашу прекрасную страну, и имя ей СНС. Подобно любой... Диджей мне нравится. Может, он музыку хорошую ставит, кто знает. Куда собрались? Я с пассажиром. Везу его в городской отель. Mm-hmm. Вы из аэропорта? Да, сэр, из аэропорта. Джентльмены, вы же тут стоите весь день. На обратном пути я привезу вам холодного пива. Вы ведь пьете пиво? Пиво? Да, мы его пьем. Давай живей, проезжай. Да, сэр, спасибо вам. До скорой встречи, сэр. Иностранцы. Не обижайтесь, сэр. Эти ополченцы приходят в нашу страну, крадут все. Ничего нам не оставляют.